Что происходит? Эй, слушай, что? Что это? Вы это видите? Это Чики-Бамбок. Помните, я вам говорил, что скоро в эту деревню прибудет Чики-Бамбок? Вот он и пришел. Подожди. А, ты говоришь? Ну, а как же, я же все-таки бог, как я, у меня должна быть способность говорить. В общем, что ты пожелаешь? Я хочу благословения от тебя, чтоб у меня все миссии получались удачно. Слушай, я совсем забыл. Во мне много криперов и много динамита. Освободи меня от динамита и от криперов, чтоб я не взорвался, потому что в скором времени я взорвусь. И тогда и ты, и все жители смогут загадать по одному или по два желания. Но ты сможешь загадать целых 5 желаний или 10. Окей, хорошо, я пошел. Удачи тебе. Не провали миссию, пожалуйста. Так, тише. Все. Так, уничтожаем динамит. Так, вот так. У меня столько-то динамита. Нет! Фух. Да ладно. Ой, тихо. Все. У меня очень много динамита. Может, из-за того, что я копал киркой на удачу? Я не знаю. А нет, черт! Что? Он взорвался, но все хорошо. Фух, это был какой-то слабый крипер. Во мне взорвался один крипер. Фух, это был последний, по-моему. Хорошо, что он был самый слабый из всех. Теперь я тебя прошу, достань из сундука всю шерсть, которая есть, и замкни эту дыру. Хорошо, без проблем. Так, пороха. Что так много пороха? И сундук уничтожь тоже. Хорошо. Мне он мешает жить. Все, сейчас нужно все заставить. О, спасибо. Теперь у меня нормальная голова, как и у всех Чики-Бамбони, будет. Не вот такая дрявая. Да, и фонари тоже уничтожь. И вообще вот все, что внутри меня, это не мое, это не у меня самого. Это криперы построили. Точнее, не криперы, я забыл уже кто. Это было очень давно. И ты так давно ходишь с динамитом и с криперами? Да, никто не до сих пор до тебя не осмелился меня спасти. Хорошо. Нужно было взять себе ножницы. Да, я тоже об этом подумал, чтобы это быстрее уничтожить все. Вот это не нужно. Сейчас я вернусь.
Так, я почти... Ай, закончил уже. Все, ломай последний фонарик. Хотя нет, фонари оставь, пожалуйста. Хорошо, почему? Потому что тут могут опять заспавниться криперы и другая нечисть. Поэтому, пожалуйста, оставь и побольше поставь фонарей. Да, так сойдет. Да, это тоже сломай. Так что, благословишь меня? Да, я дам тебе благословение. Благословляю тебя, чтобы все твои миссии проходили удачно. И чтобы все жители и ты были бессмертными. Благословляю. Да будет так. Спасибо тебе огромное. Ну, сможешь снять хотя бы с меня бессмертность? Почему ты так хочешь? Все хотят жить бесконечно. Понимаешь, жить бесконечно, как по мне, это скучно. В смысле скучно? Я живу уже около 10 000 лет. Даже больше, я около миллиона живу. Или миллиарда. Когда еще Земли не было, я уже... существовал, и мне еще не наскучило. Ну, не знаю, мне, думаю, наскучит. Ну, ладно, тогда снимаю с тебя бессмертность. А жителей снимать? Жители, с вас снимали бессмертность? Ну, слушай, если у каждого жителя по одному, по два желания, то мы можем потом загадать, чтобы мы стали не смертными снова. Ну ладно, это ваш выбор. Спасибо, Чики Бамбок. Это тебе спасибо, мистер Овечкин, потому что никто, опять же, говорю, не хотел помочь мне. Теперь я свободен. Давай, а ты будешь улетать из нашей деревни? Нет, я побуду еще тут, пока все не загадают хотя бы по одному желанию, я не уйду из этой деревни. Плюс ты меня спас, и если что, я тоже могу тебя спасти. Я скоро дам тебе тотем бессмертия. Если вдруг у тебя тот же крипер захочет подорвать, он тебя не подорвет. Спасибо тебе большое. Вот так вот. Сегодня я спас Чики Бамбога. И вправду. Смотрите. Тут есть реально тотем бессмертия. Да, про эти тотемы как раз таки тебе я и говорю. Ой, ты на меня смотришь, я немножко испугался сначала. Ладно, знаете, я пойду размножать своих любимых лошадок. Привет, мои лошадки. О, а наша одна уже выросла. Так, ехать, а вот кормить.
Я потом вернусь к вам, мои любимые лошадки. Так. Эй, что? Слушай, раз уж ты есть тебе по дороге, я забыл совсем сказать, убери у меня дверь, а то она мне очень мешает. Да без проблем вообще. Так, все. А сейчас я достаточно одинок, и я не могу, хоть я и чики-бамбок, я не могу сам спавнить чики-бамбони или кого-либо еще. Я могу только давать кому-нибудь из чики-бамбони креатив, чтоб они как раз-таки спавнили этих овечек. Пожалуйста, чтоб я не был одиноким. Заспавн тут много овечек. Я дам тебе креатив на менее чем на 2 минуты. Хорошо. Все. Так, значит, что у нас? Быстрее вспоминай. Так, получается, овца, точно, чики-бамбони, а не овца. Ну, знаешь, также чики-бамбони их называют овцами тоже. О, да ладно, я не знал. Вот я везде тебе заспавню их. О, спасибо тебе большое. Теперь я никогда не буду одиноким в этой деревне. Слушай, у меня что-то пропало желание отсюда переезжать. Ты такой добрый, и деревня такая хорошая. Блин, зомби. Ой, утопленник. Да, я его убил уже, все. Не о чем переживать. Кстати, хочешь один факт? Да, давай, конечно. Почему утопленники не горят, когда они выходят из воды? Так почему же? Потому что они очень сильно намокли и больше не могут сгореть. А на них очень много воды. Понятно. Ну, был факт достаточно интересный. О, спасибо за такое количество. Правда, сейчас я уберу у тебя креатив, и ты впоследок можешь заспавнить 64 овцы. Хорошо. Сейчас тебе заспавню тут так много овечек. Чики-бамбони. Вот такого количества тебе хватит? Да, спасибо. Даже более чем достаточно. Слушай, поставь на мирный. Хорошо, без проблем вообще. Спасибо тебе еще раз за помощь. И я сейчас тебя вырублю. Только не беспокойся, все будет нормально. В смысле, ты меня вырубишь?